Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Qubot Tab 10. И сейчас я покажу вам, как поменять обои на данном устройстве. Итак, для этого мы зажимаем палец на пустом месте экрана и выбираем обои. После чего выбираем, откуда мы хотим установить обои. Это могут быть обои, либо фото. Я выбираю фото. И далее можем выбрать какую-нибудь фотографию, например, вот эту, не знаю, и нажать, можем предварительно просмотреть, как это будет выглядеть, и нажать «Установить как обои», после чего выбрать, на какой экран мы хотим установить. Я выбираю два экрана. И таким образом мы поменяли обои. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.